Всем привет! С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Odyssey. В этом видео мы будем, и вернее я буду вам показывать ответы на загадки. Вот. Сегодня, вернее в этом видео у нас такая вот загадка. Прах праху. Когда наступят тяжелые времена, так легко отвергнуться от богов. Отправляйся в сожженный храм в Каосусе, проклятой долине Пали, туда, где однажды служитель отказался от веры ради новой жизни пирата. Ты найдешь меня в кучке пепла. Открываем карту. Вот, мы добрались вот до деревни Каосус, как у нас и говорили, вот, проклятой долине Пали. Вот, мы здесь вот. Вот, у нас вот он, как я понял, вот он. И орел вроде что-то там нашел. Да, вот. Взаимодействие. Загадка разгадана. Вот, открываем мы опять значочек наш. Так. Вот, да, все, она разгадана, галочка стоит. Еще раз быстренько вот так покажу на карте. Вот видите, где я стою. Это у нас вот опять Кефалиния. Вот, чтобы вы видели, вот Кефалиния, вот он я. Вот, опускаем, вот. Деревня Каосус, и вот здесь вот вы найдете этот храм. Ну все, если я кому-то помог, это хорошо. Все, всем пока.